Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаити, теперь мы справляемся без них. Сюда. А как так вышло, что Пласид не знает о Биачибе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеки. Пласид не знал, он Юнбетиба. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет, часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Tout bagaille paraît. Nous qu'à commencer. Bon. Мы ведем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с конструктом. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Арасака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да. Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен, и мы с Джонни можем болтать время от времени. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграммы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон? Только что сказала. Дирекция... Давай. Коннекти. Коннекция стаб. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон.
Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких искинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже эскин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди, его бы сочли предателем. О нет, только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви, делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Фу. Можем работать. Кому не так потяжели? Леон avec Jean-Kiri. Ну, что теперь? Paris, plongée. Джонни. Где мы? Это наша борда, цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. Тут все такое живое, настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тробе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные об Альт. Только о ней. Это займет всего... Брижит. Что происходит? На сцену корпората, свяжешь Джонни! Его, обольешь бензином Джонни! И подожжешь? Сильверхед! Эй, смотри сюда! Это не твоя личная группа! Ты тут не один! Сильверхед! Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать. Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно. Ты, блядь, поехавший! Ты знаешь, зачем я это делаю? Нет, нет, не знаю! Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни!
Но идеи-то только у меня есть. Так что если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блять. Это из-за концерта или Керри? А? Ты же говорила, что не придешь. Не собираешься. Я передумала, милый. Посмотри на себя. Аж вспотел от злости. Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. Тебе обязательно надо все запарывать, а? Каждый, сука, кайфовый момент испортишь. Для тебя кайфовый, а на меня насрать? Тебе вот обязательно вести себя как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь, подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но... Но все это фикция, как и этот концерт, как и ваш самурай. Это фальшивка, обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаки. А, то есть ты хочешь меня перевоспитать? Ну что ж, не ты первая, поверь мне. Очень надо. Я в такие игры не играю. Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь. И только ты можешь с этим что-то сделать. Имей в виду. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться, а не чтобы ты ебала мне мозги. Ты просто боишься, что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сити тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Так что просто заткнись, пожалуйста, Альт. Помолчи хоть раз, окей? Неужели так трудно? Ты безнадежен. Ты нихера обо мне не знаешь. И нас ничего не связывает. Пожалуй, кроме секса. Эй, ты куда? У меня встреча. Сильверхэр! Эй! Альт. Мощно выступил! Сью
Не надо. Хватит. Can't kill me, 'cause I'm zeros and ones. Насколько еще ты будешь дуться? Dance rebel puff. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер Рокер? В другой раз, Чумбы. А если другого раза не будет? А? Джон? Нет! Плохо тебя отделали. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов, а то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. А, в пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто был рядом. А ты стоял и задумчиво дрочил из-за угла, размышляя о смысле жизни. Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет, материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли, черт знает куда. Ты будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Не твое собачье дело. Сам не уверен. Я слышал, что не все гладко в датском королевстве. Мне так-то не интересны ваши сердечные драмы. Я хочу знать, зачем ее забрала Арасака.
Думаю, Альт — случайная жертва. На самом деле им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и таких дохера. Росаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед, такой, что не расколешь во всех смыслах. Росака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. И я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Просто активность мозга вдруг прекращается. Словно кто-то вынул вилку из розетки. Или вырвал душу из тела. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Росака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты чё, пойдешь со мной? Куда? В Росака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? По дороге заскочим в Атлантиду. У меня там свои люди. Буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Наверху. Сядь. Не рыпайся. Сильверхенд! У меня тут счет с твоим автографом! Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Нет. Ты видела, с кем он разговаривал? Она уже не работает на Протеру. Мне нужно имя, и все. Уже не помню, извини. Без понятия, что там было. Этого хватит, чтобы освежить тебе память. Может, Энгельс, как дела? Там звали. У них какая-то закрытая встреча. Уёбывай. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхенда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светиться. Ага,
Настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. У меня тоже есть для вас заказ. Срочный. Но я заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться. Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз он... Значит, в этот раз. Будь умнее. И возьми деньги вперед. Ну так, сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать. Получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно. Вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для рокеров. Это важно. Называй цену. Ага. Или у тебя денег как грязи, или ты нас уже мысленно похоронил. Короче, Рокер, пойдешь с нами. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Так я и думал. Есть только один путь. Вперед! Ты не спрятался тому позднее. Я здесь! Подходи! Ты все так же популярен. Есть только один путь. Вперед! Вертолет! Займите позицию! Закройте брешь! Хочешь поиграть? Сам ты все так же популярен. Эй, мне кого-нибудь оставь! Сбоку его! Нейтрализовать его! Слушай, это было круто! Сдохни! Быстро! Все, блядь, я разозлилась. Соберитесь, не девать! Стреляй! Вот это я одобряю. Вертолет? Серьезно? А вот ты на этот раз вывесил, Джонни. Держать позиции! Прикрывай! Пока не убили, терпи! Стреляй! Стреляй! Я сейчас! На куски порву! Слушай, это было круто! Сбоку его! Сбоку! Сука! Давай в лифт! Надо сваливать отсюда! Скорее!
Прикрой! Патроны кончились! Огонь! Тому поздняк. Сколько тебе еще ждать? Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше, поверь мне. Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист, ты не знаешь. Стреляй! Бери его в клещи! Вот так! Отлично! Позиция опустела! Займите! Огонь! А! Окружай его! Эй! Мне кого-нибудь оставь! Продолжи через секунду! Несем! Сдохни! Попадут по машине, нам пизда! Болтаем. Так кого нам надо вытащить из Арасаки? Нетранершу из ITS. Альтканинген. О, понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да. Отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. Которые находятся рядом с Арасака Тауэр,
сходится в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. Неплохо. Ты что, снимаешь все это? Да. А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь. Только не мешайся. Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет. А что такое? Не нравится он мне. Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасака Тауэр. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Центральный компьютер. Надо его найти. Сдохни! Ладно, слушай внимательно. Здоровье поправлено! Он спрятался тому поздняк. Эй, мне кого-нибудь оставь! Я жить хочу! Прикрой! Патроны кончились! Я еще молодой! Вот так! Отлично! Секунду, я что-нибудь придумаю! Прикрой меня! Кто не спрятался, тому поздняк. Внимание. Вижу четверых. Приготовиться. Слушай, это было круто! 5 секунд и заходим. Готовы? Есть еще кто? Никого? Нет? Так, я иду. Все, нахуй! Я жить хочу! Вот это убью! Я одобряю! Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. Три, два, один. Идеально. Пора пить ебало!
Граната! Соберись, пожалуйста! Когда мы закончим, хоронить будет нечего. У меня тут ситуация! Слушай, это было круто! Граната пошла! Несем большие потери! Сзади к нему заходи! Вот это я одобряю! Сдохни! Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал, Сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Альт. Альт, нет, только не это! Она... Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все... Не изменишь. Она не... Джонни! Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Ну, говори, а то лопнешь. Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю. Мы с ним больше не работали. Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь, он же падальщик. Хера с два бы он помог, Альт. Ему была нужна история. Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила. Да этот уёбок сам бы, блядь, её убил, лишь бы снять материал получше. Ты мне даже половины про Альт не говорил. Правда? Например, о чем? Не знаю. Что вы были вместе, что она создала душегуб, что она умерла. Как она нам поможет теперь? С того света? Она не умерла. Ей удалось сбежать. Я видел тело. Альт перешла в сеть. Да ты гонишь. Я наслушался про гениальных нейтранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думал, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают.
И вообще попросила больше ее не искать. Да? Че так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил 2 термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. И бестия пошла с тобой. Я хорошо ей платил. Ты же говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. По какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть «Ебео мать и Арасаки!» и все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Думаешь, Альт еще жива? 50 лет прошло, и ты их провел в Микоши? Дозор уже давно мог ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Для меня прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоций было через край. В каком состоянии конструкт? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Так что, у нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграммы Сильверхенда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За черный заслон. Немногие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу... Это дикие искины пытаются найти проход. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Блять, как я не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Але. Как мне перейти на ту сторону? Брижит? Альт! Джонни.
Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннингем. Альт? Что происходит? Здесь мы поговорим. Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон, только чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви — это Альт. Лучший нетранер в Найт-Сити за всю его историю. Альт — это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да, но в данный момент она нам не нужна. Чего ты хочешь? Этот чип постепенно меня убивает. Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети. Я вижу. Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегуб. Ты вручила Арасаке ебучее супероружие, которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт-Сити. Ты погиб исключительно по собственной воле. Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой. И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да. Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр, больше не существует. Ты должен знать это лучше всех, потому что ее смерть на твоей совести. Джонни не виноват в твоей смерти. Откуда ты можешь знать? Я видел его воспоминания. Это была случайность. Ты видел не более, чем его субъективную версию произошедшего. Образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за годы воспроизведения. Его версия не имеет ничего общего с истиной. А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы. Круто. В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой. Может, вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего я ждал от встречи с тобой, но уж точно не ссора виртуальных любовников. Ты сейчас только хуже делаешь. Хуже быть уже не может. Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни. А что насчет меня? Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. В смысле? Это же твоя программа. Ты создала душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна? Лучший в истории Нетранер Найт-Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание — нейронные энграммы. Будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши?
это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети. А мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если что. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь. Но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смог выжить. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхенда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может, мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Нет, я слишком дорожу своим временем. Слава богу, сделка закрыта, и мне больше не придется с вами работать. Тогда убирайся. Ты, наверное, очень разочарован. Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить. Это не в моей власти. Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альт? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? Ты, наверное, очень разочарован. Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить. Это не в моей власти. Смотри-ка, смотри. Видишь? Пидорасы, блядь. Ты куда это собрался?
Хочешь что-то сказать? Говори. Я же вижу, что твою энграмму что-то грязит. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты просто мальчик из Хейвуда, который осмелился погулять в паре кварталов от дома. И тут оказалось, что ты умеешь только красть у мусорщиков. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний, и я твоих. Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что Дэшон меня поимел. Можешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше ни зачем. Ты хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее. А я не хочу отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоши, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. Да сколько можно? Опять ты начинаешь. Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Джонни, погоди, давай... Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Джонни. Но это пока. Can you hear me?
loud and clear, whoever you are. Good. It worked. My name is Somi. Just call me Songbird, though. I know who you are, know your situation, your problem, and I can save your life. All right, Songbird. Got my full attention. Glad to hear that. You must have questions, and I'll answer them in due course, shortly. But first, I need you to get to that swollen appendix of Night City called Dogtown. Dogtown? Chunk of Pacifica, ex-territorial. Lord of the Lands, one Kurt Hansen. International arms dealer. Corpos give it a wide berth. I skip anything? Nope. More or less on the button. Fine. No clue what I'm stepping into, but no risk, no reward. Thank you. I appreciate this, truly. Dogtown's main gate. Be there as soon as you can. I'll make contact again then. Huh. This is one elaborate haze. Or a fucking lifeline. Cyber wheels or something? Feet on the sidewalk, now! My people keep the peace in the district and ensure its security. They are the law. Follow. What you got in the back? The usual. Implant boxes, Zeta Tech. Headed for the longshore stack? Yeah, where else? They come empty, leave full. Shit. Whole city be drowning in space. I'm just a chum driving boxes around. Fair enough. This is Kurt Hansen. You are now in Dogtown. Rule one, no NCPD. Badges will get a bullet to the brain. Rule two, no corpse. Ah! What the? It's like someone shoved my head in the face. You're gonna be okay. Breathe deep. Count to ten. Recite a mantra. Whatever brings calm helps you stabilize. Your nervous system took a big hit. Broke down. Racing heart, cold sweat. It'll pass. Fucking hope so. I know about the bomb ticking in your head. If I could disarm it now, I would in a heartbeat. You'll feel better any second now. V, something stinks here. Think she's fucking with the relic. How in the...
All true, Johnny. But don't you fret. We're both safe. Nah, fuck off. Both of us on the biochip protocol at once can trigger shots for V, like you just saw now. Gotta cut you off. What? For your safety, for V's safety. Had to mute him for now. He hears you fine, just can't talk back. Starting to put two and two together. You gotta be a netrunner. Damn good one at that. Guilty as charged. Hopped on the Relic's cognitive protocol to dial in. I see and hear what you do. Just now, I am on board Space Force One, sitting right across from Rosalind Myers, President of the new United States of America. The President? Fuck. No. You're not joking. Dead serious, yes. The plane's been hacked. Trajectory set for Night City. They'll bring us down to Dogtown soon. Our comms are down, most likely jammed. The Relic was my only option. Right now, you're our one contact on the ground. Plane got hacked, right? You're a runner. Can't override? I could. All I need is 24 hours, the right setup, and a bottomless pot of coffee. None of that's available just now. Tell me the NUS President, Rosalind Myers, is there with you. Sitting right across from me. She knows the situation. Waiting for your yes. How do I help, and how much time we got? Too little to avoid landing in Dogtown. Likely enough to minimize losses, save some folks. That's where you come in, V. The President's life, her safety, that's your top priority. She'll survive the landing. Dogtown, not so sure. You'll need to get her out of the plane before anyone else does. Anyone else? Specifically, meaning you expect in company? Kurt Hansen, Dogtown's commander-in-chief. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. He couldn't have netjacked the plane on his own, meaning Washington's got a mole problem. That one will need solving later. Said you could help me. That the plain truth? Just got a taste of my abilities, I believe. There's more. I can cure you. Once and for all. Can't know how much I'd really love to believe you, but... I know, V. You've hit a dead end. Nowhere to turn. Been there. Believe me. Consider this, an advance. Your Relic's crowded with clusters of corrupted data. I'm done with that, making room for stuff that'll actually be handy. Such as? Some pre-Militech combat stuff. It's just lying around, gathering dust. Militech firmware? My. Solid soft. Well, a cushy government gig like mine just comes with all kinds of perks. Now listen. What I gave you is the skeleton soft, but the firmware's fancy. It'll learn, grow with you. It'll improve if you feed it data. Combat analyses, logs of legendary ops, shit that make the NCPD piss its boots. Look around Dogtown. Gotta get there first. Main entrance is a no-go. You don't have an entry pass, and I don't have time to produce a fake. You'll slip in the back way, quiet as you can. We really don't need anyone spotting you, scanning you. Guess so. After you.
I'll be right beside you, as much as I can. This is Kurt Hansen.